Здравствуйте! Снова мы на нашем канале «Енот Постригун» обсуждаем гений китайской промышленности. Сегодня у нас триммер. Я думаю, вы без труда узнаете в этом триммере источник его вдохновения. Давайте достанем тушку. Итак, никого вам это не напоминает? А если вот так... Ну, на мой взгляд, здесь сходство вполне себе очевидно. Здесь китайцы вдохновились триммером Wolde Taylor, сделали его беспроводным, ну и получилось вот такое вот поделье. Итак, что же это такое? Это беспроводный триммер, который можно заряжать как блоком питания его родным, так и зарядкой микро-USB, то есть от вашего телефона, если, конечно, вы не гордый обладатель айфона, можно его вполне себе подзарядить, но не стоит слишком радоваться, зарядка его занимает 8 часов. Комплектация, в общем-то, такая же, как у детейлеров, три насадочки 1,5-3-4,5 мм, и главный вопрос, который всех интересует, нож. Можно ли заменить этот нож на нож от Wolde Taylor? Сразу вас разочарую. Нет, нельзя. Здесь нож снаружи выглядит, в общем-то, точно так же, но внутри у него метод сочленения его с двигателем немножко другой. Да, немножко другая конструкция поводка, и поэтому нож от Detailer он напрямую сюда не встанет. Можно его, конечно, приколхозить, но просто так, чтобы отвернуть этот нож и поставить нож от Detailer, не получится. Если у вас очумелые ручки, ради бога, можете попробовать поставить. Мне было лень. Ну, в остальном триммер довольно-таки неплох. Нож завода острый, в принципе, срезает хорошо, ничего не оставляет, вибрации очень небольшие. Ну и, как всегда, главная загадка здесь — это насколько же хватит ножа, насколько хватит его заточки. Все-таки это Китай, сталь выглядит довольно-таки мягкой, как уж там на самом деле, я не знаю, но так вот чисто по виду сталь мягенькая. Еще раз повторимся, время зарядки 8 часов, время работы, я уж не помню, по-моему, 1 час. Да, время работы 1 час. Поэтому, ну, в принципе, как триммер для дома вполне, наверное, сойдет. Для работы, ну, не знаю, я лично поостерегся бы. С другой стороны, стоит он копейки. Если вы начинающий парикмахер, можно взять, поиграться. Потом купить себе нормальный инструмент и этот положить куда-нибудь на полочку, чтобы он ждал своего звездного часа, когда ваш профессиональный инструмент сломается. Ну, на этом, пожалуй, все. Говорить здесь больше не о чем. Напомню, заряжается 8 часов, работает 1 час. Ножи от Wolde Taylor не подходят. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте. Заходите почаще на наш YouTube-канал «Енот Постригун». Не забывайте на него подписываться, чтобы не пропускать новинки. Также заглядывайте в нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун», где вы можете задать нам вопросы свои и попросить новое видео. Ну и не забывайте, что у нас есть интернет-магазин «Енот Постригун», в котором мы такими товарами не торгуем, а торгуем исключительно фирменными Wall, Endis, Panasonic, Moser и другими брендами первой величины. На этом все. Пока-пока. До новых встреч.